чартером только с Божьей помощью, да? Вирусом, напомню, накануне Совет Госдумы снял с рассмотрения проект закона о QR-кодах на транспорте. Решение принято в результате диалога с правительством. Вице-президент ПАО ВТБ Дмитрий. Hi, this is Robbie Krieger. Здрасте, добрый день. Да, я сегодня немножко на витаминах. Поэтому такое лицо, попросили без мимики. Вот, трудно, конечно, без мимики, но тем не менее. Да, здрасте. Ну, по поводу вот этих QR-кодов, что там типа... Вы знаете, вот эта попытка... Я понимаю депутатов. Вот такие решения должны принимать не депутаты. Депутаты – это зависимые люди от избирателей. Они боятся как бы чего, чтобы на следующий раз их не выбрали, вот, и так далее, и так далее. Поэтому, вот, знаете, я считаю, не Госдуме принимать такого уровня стратегические решения, как, например, введение QR-кодов там или не введение. Потому что, ну, депутаты, они зависят от своих избирателей. Если у нас депутатская деятельность не ограничена, там, допустим, ну, каким-то количеством сроков, на которые может избираться депутат, ну, там, президент у нас там может избираться, там, не знаю, там, два раза, там, типа, ну, вот после там, последних изменений, там, как бы, да, что президент там два раза по 6 лет, да, может избираться. Почему тогда у нас не вводят ограничения на деятельность депутатов, например? Почему у нас, например, депутаты не могут там избираться более чем на 2 созыва? Ну, есть депутаты, которых из Государственной Думы в прямом смысле слова вперед ногами выносят. Ну, мне кажется, да. А почему я говорю об этом? Потому что депутаты очень зависимы от своего избирателя, получается. И они прямо вот, да, там, антиваксеры победили. С этими QR-кодами антиваксеры победили. Очередной раз. Почему? Вы понимаете, у нас нету государственного маркетинга, профессионального, понимаете, мощного. У нас какая-то получается такая, знаете, говененькая пропагандочка, понимаете, в результате, на выходе получается. А нету государственного маркетинга, правильного государственного маркетинга. Этим должны заниматься очень серьезные люди. Такими вещами, как продвижение, допустим, той же самой вакцинации. Нет маркетинга. Вот где надо применять на государственном уровне очень правильные ходы. Именно реклама должна быть. Реклама, а не пропаганда. У нас любая реклама в результате скатывается до какой-то пропаганды. Причем очень непрофессиональными людьми это все делается. Нет консенсуса по поводу того, что говорят медики. Медики. Есть медики, которые откровенно призывают не вакцинироваться. Я считаю, эти медики не имеют права быть медиками. Я считаю, что таких медиков надо просто-напросто лишать медицинской практики. Вот. Хотя стоит отметить, что они условно, это все медики, условно. Практически никто из них не практикующий врач. То есть они были когда-то, где-то были медиками, потом стали там какими-то там чиновниками от медицины. Там ушли там в бизнес или еще что-то. Ну, то есть практикующими медиками, которые, что называется, находятся на острие борьбы с ковидом, ни один из этих медиков, ну вот, во всяком случае, мне не попадался. Это какие-то околомедицинские товарищи с какими-то степенями медицинскими, но давно уже не практикующие и так далее. Вот, такие, знаете, бла-бла-бла, консультанты какие-то.
И вот эти QR-коды, то они их вводят, то теперь они их не вводят, то теперь они их введут, но не для всех, и так далее, и так далее. Хочется сказать, вы понимаете, что все это не прибавляет уважения к власти? Не прибавляет это все уважение к власти. Власть должна взвешивать свои решения, взвешивать, прежде чем что-то анонсировать, должно быть четко все взвешено. И потом уже, как говорится, если сказали, что QR-коды будут везде, так, мать вашу, вводите QR-коды везде, невзирая на те последствия, которые могут быть, если вдруг... А народ, какой народ? Народ, извините, мрет по 1000 человек каждый день. По еще больше мы получаем инвалидов, которые становятся после осложнений переболевших от ковида и так далее. В результате что происходит-то? В результате необязательность исполнения закона расхолаживает полностью дисциплину в стране. А если война? Но давайте себе на секундочку гипотетически представим, что завтра война. И вот эти все антиваксеры, которые скажут, что типа, а зачем нам воевать? А, собственно говоря, у меня нет претензий, там, не знаю, к НАТО. В отдельности это все прекрасные люди, американцы, итальянцы, французы, там, немцы. Они все прекрасные. У меня нет к ним претензий. Это война, вот пускай Кремль и воюет. Давайте не будем отпускать наших мальчиков и так далее, и так далее. Это те же антиваксеры. Только... Потом они станут ярыми пацифистами и будут саботировать, и будут призывать, и в результате, какое-то время они еще поработают в концлагерях над смотрщиками, но потом в печь пойдут и они. История это показывала 1000 раз. И я вот как бы каждый раз я задаюсь вопросом, и мне непонятно, вы зачем либеральничаете? Это вот как бы не та история, ребята. Здесь касается дела нации, ее жизни, ее здоровья, функционирования экономики и так далее, и так далее. Вот. Если я говорю бред, вы можете покинуть мой эфир и пойти послушать, не знаю, Марию Шукшину. Вот. Так что так. Вот. И вот это меня реально очень раздражает. Честно. Ну вот какая-то вот... Я не вижу повода к уважению в результате. Все-таки власть должна быть... Есть вопросы, где можно допускать какие-то там, скажем, варианты. Но когда речь идет о жизнях людей, когда речь идет о существовании в целом нормального существования экономики, в это очень тяжелое время, то у меня, конечно, возникает вопрос. Ребят, вы что делаете? Ну вы же рубите сук, на котором сами сидите. Да, самолеты в ЮАР все летают и летают. Действительно тоже, кстати, да. Вот, действительно. Вопрос в том, что они летают пустые туда-обратно, ну там какая-то там очень небольшое количество людей летает, то есть это не массово, там, это не тысячи людей улетают из страны и прилетают из ЮАР обратно, это в лучшем случае какие-то десятки. Но тем не менее, это тоже надо пресекать. Тоже надо пресекать и нужно вводить ограничения на посещение стран. И более того, туристы, которые туда улетели, вопреки всему, они должны оставаться там до тех пор, пока не закончится эпидемия. Вот понимаете, пока вот, грубо говоря, по башке не настучишь, люди не включают мозги. Государство должно быть строгим и справедливым отцом для своего народа. Строгим и справедливым. Да, который будет проявлять внимание, заботу и защиту, когда это потребуется. Но когда требуется государству, вот, должно выполняться тоже народом, собственно говоря, беспрекословно. Но я вот этого понять не могу. Это не прибавляет, я говорю, в результате уважения. Понимаете, к власти и так уважение
немного, да? По большому счету, все уважение к власти держится на каких-то там нескольких людях, там, Путин, Шойгу, вот, там, я не знаю, там еще, там, какие-нибудь там вице-премьеры, там, типа Борисов, там, Белоусов, там, и так далее, да? Этих людей не так много. Все уважение к власти держится на этих людях. Что ж вы делаете? Ну что ж вы делаете-то? Вы или не анонсируете, или если уже, как говорится, анонсировали, то выполняйте в точности, как говорится, с буквой закона, чтобы все соответствовало, приняли решение, и не надо депутаты, еще раз говорю, депутаты думают в большинстве своем, в том числе, о своем кресле, и поэтому они принимают решение, как говорится, как бы что ни вышло. Как бы что ни вышло. А то, знаете, народ, он, знаете, а вдруг не проголосует на следующий раз. Или еще что-то. Так что так вот. Мне кажется, так, наверное, должно быть. Вот. Нет, я считаю, что всех надо, как говорится, там, где сейчас... есть эпидемия какая-никакая, да, вот, надо, собственно говоря, прекращать полеты. Вон в Израиле 98% населения привитых сидят закрытые, никто никуда не улетает, не прилетает, только исключительно, как говорится, там, по острой необходимости государственные дела. И то, все привитые, все возвращаются и сидят еще на карантине. Вот. А потом они опять нам рассказывают про какие-то там ограничения, про какую-то удаленку и так далее. Ну, ребят, вы уже заколебали, слушайте. Ну, я понимаю, еще первый год, как говорится, второй. Но уже, ребят, уже сейчас уже третий год пойдет, как вы нам, ну, эту всю фигню-то рассказываете. Ну, сколько можно уже? Вы уж примите уже решение. Причем большинство-то здравомыслящих людей, как бы, готовы идти навстречу с пониманием. Ну, мать вашу, ну, вы же делаете все наоборот, что в результате все больше и больше становится людей, которые, как бы, ну, на это просто с прибором положат или покладут, как бы, там, в зависимости, там, от прибора и, соответственно, там, подбирайте, что там, положит или покладет. Да, здрасте, всем привет, всем здрасте. Да. По поводу газопровода вчера начал, прервали нас. По поводу Северного потока 2, ну как бы будем говорить о второй нитке, ну в смысле, ну просто это тоже Северный поток 2. Так что так вот. Привет, Житомир. Дела нормально, все хорошо, спасибо. В Москве минус 2. Вот. Ну так что-то все тает. Снега выпало очень много, машину сегодня еле откопал. Вот. Так что так, по поводу Северного потока я вчера сказал, все люди, которые, как говорится, вложились в этот Северный поток и вторую нитку, они уже отбили свои деньги, вот, даже просто еще газ не пошел по этой трубе, а учитывая, да, что, ну, как бы газ, он из одного источника идет, просто источники поставки, ну, в смысле, пути доставки этого газа разные, да, поэтому... Глядя, что происходит с ценами на газ, уже как бы понятно, что люди уже эти деньги, которые они вложили в строительство Северного потока 2, они уже отбиты. Отбиты. Да, они еще не начали зарабатывать, но деньги, которые они потратили, они уже их отбили. Вот. Поэтому они, собственно говоря, не испытывают никакого особого беспокойства по поводу того, что деньги утопили на дне там Балтийского моря. Не-не-не, деньги уже эти, уже, как говорится, вернулись им обратно. Теперь осталось подумать о прибыли. Понятно, что эти все пути не просто так были придуманы. Заметьте, как можно меньше транзитеров не европейских. Ну, то есть, грубо говоря, Северный поток там сразу там раз там и ушел там в Германию, да? То есть нет вот этих прокладок каких-то там, да, через которые там шли там Польша, там Венгрия, там Румыния, Украина, там Молдавия, Белоруссия, там Прибалтика и так далее. Все эти прокладки, вот, они как бы из транспортировки были убраны.
Потому что, ну, все прекрасно понимали, еще там в 2004 году было понятно, к чему все идет, понятно, что кто будут эти страны в ближайшей перспективе, какую судьбу для них уготовила Америка, вот. Поэтому понятно, что нужно было срочно перенаправлять потоки энергетические, да, на которых Россия, в общем-то, неплохо зарабатывает. Отсюда как бы и пошли строительства, там Южный поток, ну потом, как говорится, братушки-болгары встали в позу, как говорится, в результате их там поимели и американцы, и они себя сами в результате поимели, вот, потому что потеряли, ну прямо реально очень серьезный кусок пирога, грубо говоря, могли бы, потому что все должно было идти через Черное море, заходить в Болгарию, и дальше Болгария становилась бы просто газовым хабом для всей Европы, и оттуда бы дальше этот газ расходился бы по всей Европе. Для Болгарии это был бы, ну не знаю, исторически, наверное, с чем можно сравнить, только с освобождением России, Болгарии от османского ига. Ну то есть подарок, как говорится, независимость Болгарии, да, там государственность Болгарии была получена из рук русского царя. Вот второй такой подарок был бы это Южный поток, если бы он пошел через Болгарию. Но, к сожалению, болгары оказались идиотами и, как говорится, и по делам им. Вот за всю их политику по отношению к России. Вот. Пускай теперь, что называется, они теперь будут, это будет несколько поколений теперь об этом вспоминать и плакать. Вот. Так что так вот, поэтому да, поэтому все ушло в Турцию. И есть как бы некая коллерация, да, что чем меньше газа, тем выше его цена. По большому счету, Россия может вообще не запускать этот Северный поток 2, потому что это сразу снизит цены на газ. И получается, что, ну, так бы мы отправляли по этому потоку там газ по 300, по 350 там долларов за 1000 кубов, да? А так мы этот газ продаем там в 4 раза дороже. То есть мы его продаем меньше, но денег получаем больше. Поэтому беспокоит, ну, и поступления в бюджет страны, акцизы там, налоги там и так далее, они увеличились в результате. Ну, то есть это получается, знаете, говорится, ну, и то, и сё. Нам, как говорится, оба варианта хороши. Но дело в том, что при таких ценах на газ, лежащая на дне моря труба, которая могла бы решить проблему Европы, потому что, вы вот посмотрите, закрываются, как мы говорили там, о тепличных хозяйствах, да? В Испании теплицы сейчас закрываются, в Голландии теплицы закрываются, на Украине теплицы закрываются. Почему? Потому что они все отапливались газом. То есть, например, там, ну, понятно, что в Испании там это короткий период времени, когда они их отапливали. Но там все равно температуру в зимние месяцы поддерживать надо, ну, просто для того, чтобы был урожай. Вот. Понятно, что летом, там, весной, там, осенью, там, в Испании, как бы, даже там и теплицы не нужны. Они нужны, в принципе, только для того, чтобы, ну, снимать несколько урожаев. Все-таки в открытом грунте немножко по-другому, да, специфика роста и так далее. Но, тем не менее, они закрывают, потому что у них не хватает энергии, не хватает газа. По такой цене газ очень дорогой, поэтому им приходится закрывать, да. В это время Россия наращивает свои тепличные все мощности. Понятно, что они мизерные, да, в любом случае они мизерные по сравнению там с Европой и так далее, и так далее. Но тем не менее, Россия наращивает количество гектаров под теплицы 4-5 поколения, что, собственно говоря, не может не радовать. На сегодняшний день самые суперсовременные теплицы, 20% теплиц, супер-пупер самых современных, будете смеяться, находятся в России. То есть практически все теплицы, которые находятся у нас, это теплицы 4-5 поколения, самые современные. Да, их очень мало, но в результате, если перевести на самые современные, то 20%, пятая часть суперсовременных теплиц находится в России. Вот так вот. Поэтому
труба, которая лежит пустая, труба, которая могла бы решить проблемы Европы с дорогим газом, это очень хороший геополитический фактор, который раздражает общественность и настраивает ее против своей власти. Потому что они говорят, какого хрена лежит труба? Если мы ее заполним, то газ у нас станет дешевле. Но вы, исходя из политических соображений, вот, да, делаете все, чтобы цены на газ были сумасшедшими. Ну, то есть, в принципе, это то, что в политике называется выстрелить себе в ногу. То есть, они там, грубо говоря, запрещают Северный поток. Это называется, они стреляют себе в ногу, потому что на выходе они имеют очень дорогой газ. Те контракты, которые, допустим, Россия долгосрочно заключила с другими там государствами, их не так много. Вот. Которые там получают, там та же там Черногория получает там газ, если я не ошибаюсь, по $250. Вы можете себе представить? То есть Черногория может продавать там как минимум половину газа и просто озолотиться. Ну просто... У нас газ очень дорогой. Где это у вас? У кого у нас? У нас в России газ дорогой. Ну не говорите чушь. Ну какой же он дорогой? Для кого дорогой? Для населения? Нет, он не дорогой. Не рассказывайте сказки, пожалуйста. Вот. Если вы очень бедные люди, ну так это как бы другой вопрос. Газ-то недорогой. Это просто вы очень бедные, возможно. Может, ну не знаю, работа, пенсия, еще что-то вам не хватает. Поэтому вам, как бы куда ни кинь, будет все дорогое, не только газ. Вот. Ну, да. В Якутии дорого. Ну, я еще раз говорю, что возможно, возможно. Просто не сколько дорого, сколько денег нету. Вот. Вот, и так далее. В Украине дорогой газ, да, я знаю, что в Украине дорогой газ. Но у меня мама покупает в баллонах газ. Вот, и в основном сейчас хорошо, что как бы свой дом, поэтому обогревается как бы печью и готовит тоже еду на печи. Ну, как бы есть газовые баллоны, в смысле, ну, то есть она на них тоже готовит, использует их, но дороговато, вот, дороговато. Да. Аульно-кишлачное вождение. Я считаю, что людей, конечно, надо переводить на наши права российского образца. У кого нет, как говорится, пускай катятся на стройку работать, а не за руль садятся. Вот. Почему артисты устраивают корпоративы? Артисты не устраивают корпоративы. Устраивают корпоративы компании, фирмы и какие-то организации, которые приглашают артистов выступить там. Это не артисты устраивают. Точнее выражайтесь. Артисты не устраивают. Ой. Артисты не устраивают. Артисты приезжают, выступают и просто получают за это деньги. Вот и все. Вот. Так что так вот. Так, на печи вкуснятина. Слушать, ну, ты понимаешь, в чем дело? Дровами топится. Ну, как бы, вот по мне так сердце кровью обливается. Ну, зачем рубить дерево? Вот. Кто разрешил азиатам работать в такси? Я не знаю. Они не знают даже, некоторые даже не знают вообще, ну, правил дорожного движения и знаков. Я один раз ехал, и меня человек спрашивал, а что это за знак, что это за знак. Я думал, что он шутит. Ну, такой, знаете, троллит как бы меня. Но нет, я потом понял, что он тупой, он не знает действительно. Он едет как все, то есть он по сторонам смотрит и ориентируется не по знакам. Нет, что-то он, конечно, понимает. Не все, но там в разметке он точно там как бы тупит. Но я понимаю, как бы, что у нас уровень дорог там, ну, довольно-таки сейчас высокий. Федеральная трасса у нас, ну, у нас
даже не поворачивается слово сказать европейские. Даже сказать, хочется сказать, что это лучше, чем европейские. Потому что я в Европе бывал, видал, как бы, да. Ну, там хорошие дороги, но в России есть как бы участки, которые просто, ну, фантастические. Вот. И я понимаю, что он просто вот в разметке не понимает. Я так понимаю, что у них там, ну, скорее всего, как-то движение попроще организовано. Вот. И я был в шоке. Я был в шоке, конечно. Я был в шоке от того, что, ну, он просто тупо не шарит в разметке и еще и спрашивает, какие знаки, что это обозначает. Причем на очень таком, знаете, плохом русском языке. То есть я даже сомневаюсь, что он вообще понимал, как, что я ему объяснял. Ну, честно, был в моей, как бы, вот в этом году, был в моей практике такой случай. Вот. Ну да, почему же я говорю, аульно-кишлачное вождение. Я когда к маме на Украину на машине приезжал, в принципе, то я там тоже мог ездить, знаете, даже фары не включать ночью. Я с закрытыми глазами, в прямом смысле слова, мог везде ездить, потому что я это все знаю. Поэтому я и говорю, что я себя вспоминаю, как я у себя в деревне езжу, да? Почему я и говорю, что это, вот. В Москве расстреливают МФЦ. Ну, да, был такой случай. Это что, регулярно? Это опять кого-то расстреляли? Сколько раз за все время существования МФЦ расстреляли сотрудников МФЦ? Сколько раз? Вы цепляетесь, понимаете, я говорю, что есть люди-мухи, да? Почему мухи? Потому что, я говорю, Господь, когда создавал муху, он дал ей одну особенность. Одну очень важную особенность, благодаря которой муха сыта, размножается и вообще существует. Это везде видеть говно. Да, то есть муха, вот она летит, и у нее прямо глаз сам выхватывает, где говно. Вот. Причем она различает говно там первой свежести, второй, третьей там, и так далее, и так далее. Вот. Это такая особенность. Вот есть такие люди. То, что в МФЦ произошло, это, безусловно, несчастный случай, на который стоит обратить внимание и сделать выводы. В МФЦ есть охрана. Есть охрана. Вопрос состоит в другом. Что, может быть, есть смысл эту охрану, например, вооружить каким-нибудь, скажем, нелетальным оружием, а травматическим и так далее. От дурака никто не застрахован. Вы можете притащить охранников дивизион, понимаете, в МФЦ, а дурак пойдет и устроит это где-нибудь в магазине. И что тогда? Вопрос заключается в том, что те люди, которые находятся в МФЦ, охраняют его, а там есть охранники. Есть. Их нужно снабдить нелетальным травматическим оружием. Хорошим, качественным и так далее. Поверьте мне, травмат правильный, если его правильно применить, это страшная вещь. Это страшная вещь. Дурь выбивает вообще из любого. Это в школах надо тоже. Я считаю, что в школах должны быть вакансии. Ну, там есть вакансии, на которых предпочитают брать мужчин. Да? Ну, то есть, это там учитель физкультуры, да? Охрана, допустим, должна не бабушка сидеть. Не бабушка. А дедушка должен сидеть. И желательно, чтобы дедушка был с опытом. Какой-нибудь пенсионер-милиционер, пенсионер какой-нибудь военный и так далее, и так далее. Раньше еще были педагоги по НВП или по труду. Трудовик и НВП тоже. Вот всех этих людей в школе нужно снабжать травматическим оружием. Для того, чтобы в случае какой-нибудь... там, истории, которые там были в наших там учебных заведениях, они могли вместе там оказать какое-то сопротивление до прибытия милиции. Просто пистолет травматический, хороший, просто подобрать. Может быть, предложить компаниям, которые производят травматическое оружие, разработать какой-нибудь специальный пистолет именно для охранников, да, чтобы там не огнестрельное, там, а травматическое оружие было. У меня есть травматический пистолет. Это страшная вещь, если честно. Я 100 раз подумаю, прежде чем его применить. Правда. Потому что, ну, он реально или покалечит, или убьет. Поэтому я говорю, что он у меня есть, но применить я его, наверное, решусь только в случае прямой угрозы моей жизни.
потому что я знаю его действия. Вот. Я отстрелял уже более там 500 выстрелов, стрелял, как говорится, по всему. Вот. Но если это в человека попадет, это не дай бог, не дай бог, правда говорю. Это реально наносит очень серьезные увечья, очень серьезные травмы. Вот. Так что так вот. Поэтому да. Надо разбирать отдельные случаи, но, понимаете, решать проблему тем, что нагнать туда кучу охранников, не хватит на всю страну охранников, понимаете? Тогда, грубо говоря, все мужчины в стране должны работать только охранниками. Вы же немножко подумайте, да, о том, что, ну, нужны же люди, которые будут внести эту службу. То есть вы понимаете, как, в чем дело? Я еще раз говорю, заметить говно – это достаточно просто. Вопрос-то, что, а как это решить? Решить-то как? Я понимаю, что, наверное, не вашего ума дело. Вы человек-муха, вы только на говно показываете. А как бы решить? А если еще решения будут ограничивать вашу свободу, ваши права, накладывать на вас какие-то обязательства, то вы вообще, как говорится, там, да, там, и зайдете на ту же самую субстанцию, которую, как говорится, везде видите, да? Вот. Вы же так хотите, чтобы все было хорошо по-вашему, но при этом, да, там, даже там прививку, грубо говоря, там, да, сделать проблематично. Ну, то есть вас заставить. В Европе вы бы уже заплатили бы огромные штрафы, а в Китае бы вас бы уже вообще посадили. Такой свободы, такого, как говорится, допуска различных вариантов, как в России, нет нигде. Нет нигде. Везде сумасшедшие штрафы, везде ограничения прав, везде какие-то там, вплоть там до административных каких-то там статей применяют, серьезных очень. Но, тем не менее, все равно вам плохо живется в этой стране, как говорится. Кровавый режим не дает вам вздохнуть полной грудью. Посмотрите кино, вот это вот, «Россия. Новейшая история». Посмотрите, вспомните, как мы с вами жили, через что мы с вами прошли. Я включил и на 15-й минуте выключил, потому что у меня комок в горле образовался. Потому что я вспомнил, как это было. И я прямо вот реально некоторые прямо кадры, я помню их из новостей. Тогда я смотрел по телевизору. Некоторые кадры, я там сам практически, вот что называется, рядом проходил. Посмотрите этот фильм. Этот фильм нужно показывать детям. Этот фильм нужно показывать студентам, которые с жиру бесятся, которые не знают, что такое 90-е и через что мы прошли, и какую цену заплатили. Этот фильм должен показываться на уроках в школе, когда люди будут изучать современную историю России. Не в Ельцин-центр ходить и слушать там туфту и хрень, которую там им втирают. А вот этот фильм посмотреть надо, потому что это правда. Если меня вырубило через 15 минут, я смотреть не мог, потому что я понимал, что я сейчас, ну, на ночь посмотрю, и я спать не буду. Я просто спать не буду. Поэтому я его буду смотреть сегодня, сейчас. Но я его обязательно посмотрю. Это очень, очень серьезный фильм, который надо всем нам посмотреть. И детям нужно показывать, и студентам. Потому что им не с чем сравнивать, к сожалению. Многие из них, к счастью, родились во время, как говорится, правления Путина. И они не знают, что пережили их родители, дедушки и бабушки. Поэтому этот фильм нужно показывать в школе и в институтах различных. Вот. Да, я домой приехал, да. Так что так вот, посмотрите. Я говорю, что 15 минут меня вырубило, прям реально, ком в горле. Я понял, что я спать не буду. Поэтому я решил перенести этот просмотр на другое время. Так что так вот. Вот. Так что так. Да. Да, все, друзья мои, спасибо вам большое. Я очень благодарен вам, что вы нашли время послушать мой очередной эфирчик. Все, пока, всем хорошего настроения, скоро увидимся. Пока-пока.